Но оставим тему Олимпиады, поговорим о других. Скромный герой. В Екатеринбурге мужчина поймал 4-летнюю девочку, выпавшую с 8-го этажа. При этом он сломал все пальцы на правой руке, но признался, что героем себя не считает. Утром, когда 58-летний Александр Продовиков выгуливал во дворе свою собаку, он услышал детский крик и тут же бросился на помощь. Мужчина увидел, девочка зацепилась руками за цветник на балконе и кричит. В конце концов, пальцы у ребенка не вытерпели, они разжались, и она полетела вниз. По пути сумела за что-то зацепиться еще раз на 5-м этаже, а потом уже окончательно упала. Александр вытянул правую руку, на нее ребенок и приземлился. Ну а затем девочка перекатилась на грудь мужчины и упала на землю. Теперь мужчина ходит в гипсе, а девочку на машине скорой помощи отвезли в детскую больницу. У ребенка перелом правого плеча, ушиб поясничного отдела и черепно-мозговая травма. Но, к счастью, угрозы для жизни нет, говорят врачи. Вот действительно родилась в рубашке.